Собор Рязанских святых – праздник Русской Православной Церкви, установленный в память о православных подвижниках Рязанской земли. История Рязани бережно хранит сведения о том, что в этот день в 1609 году были обретены нетленные мощи первого епископа Переславля-Рязанского, святителя Василия, и перенесены в Рязанский Кремль. Обретение мощей положило начало торжественному прославлению Василия Рязанского. Сегодня сотни верующих собрались на божественную литургию в Успенском соборе Рязанского Кремля. Желающих почтить святыню было так много, что храм всех вместить не смог. Люди молились на улице. После литургии традиционный крестный ход проследовал до стен Борисоглебского храма. Именно здесь были обретены мощи. Затем шествие вернулось в Кремль, где праздник завершился торжественным молебном на площади Успенского собора.